Друзья, всем доброе утро. Сегодня мы едем гулять. Тут бабушка у нас привезла с собой вот такую штукенцию. Наготовила блинов. Сейчас будем есть блины с сыром, с рыбой. Папе нашему готовим прозрачную лапшу с луком, овощами. И поедем сегодня мы в парк. Встретимся с подругой. Еще взяла авокадо, а он оказался неспелый. Короче, надо его положить на недельку в теплое место. В темное, точнее. И поспеет. Та-дам! Привезли кровать. Ну, один денечек мы поспали на полу, ничего страшного. А теперь будем на кровати. Огромный сейчас соберет дядечка. Вот он почти всю перетаскал. Матрас несет последний. Огромадная кроватище. Так-с. Кровать поставили как раз в самый раз. Она вошла. Все вместе поместимся. Сколько места. С горем пополам собрались. Утрамбовались. Едем. Мы приехали в парк аттракционов. И, как обычно, ждем мою подружку-опоздашку. Вы ее многие знаете. Сейчас приедет. Увидите. Каюшечка выспалась. Дочечка маленькая. Куколочка, не проснулась еще. Чего ты его на руки взяла? Спусти, потом будет живот болеть. Да нет. Кстати, здесь парковка вот 3000 вон, рядом парковка 5000 вон. Подорожала на 1000 вон. Все подорожало в Корее тоже, как и везде, во всем мире. Уличная корейская еда, всякие шашлычки, кальмара, осьминога. А где? Кстати, каштаны жареные продают, а это улиточки маленькие и личинки шелкопряда. А вот здесь самое популярное. Смотрите, сколько здесь зрителей всегда сидит, потому что здесь очень-очень весело. Развлекают людей. К ним даже приезжало телевидение, снимали. Вот только зрители всегда сидит, наблюдает, ржет. А мы все ждем мою подружку, опоздашку. Ну вот они и приехали. Всего лишь часик мы подождали. Они приехали. Здрасте, тетя Милана! Тетя Маше тоже передали посылочку, и я вот ей положила кусочек мяса. И тут кое-что для Лешки, одежда. Тетя Ксюша! Тетя Милана! Тетя Хёнби! Ой, деньги! Сколько денег? Что это? Камера. Градусник, смотрю, кто болеет, кто не болеет. Это камера. Вдруг ты не болеешь, и рядом стоишь, нельзя. И держи. Что это такое? Все, это что камера, ли? Это камера, я шарю. А, это, она шарит. Я шарю, это камера. Полтинник, 150. О, Милана уже встретилась с Тесани. Сколько тебе надо? 250? Да. Милана, что подожди, пересчитаю. Давай, пересчитай, бухгалтер. Так, 100, раз. Сан, ты узнала Милану? Хёнби узнал? 150, 250? Да. Все, да. Должна будешь 300. Ой, я перевела уже. Это Настя, это Лёха, это Милана, а это София, Кристина. Которых ты оставила в России, нарожала новых корейских. Это её старые дети, это Лёха. А это новые дети. Пойдем к маме. Миланка, Маша, Лёха и Настя полетят вот на такой штуке. Я нет, я боюсь. Высоко. Здесь камера.
пара есть, их лица. Я тоже засняла, поставила сюда камеру свою, как они выглядели. Летит Маша и Леха. Пойдем. Так, Леха пошел. Маша там настраивает камеры. Пошла блогерша наша. Я пошла. Пока солдатики. Тебя пристегнули, Маша, тебя не пристегнули. Тебя не пристегнули. Маша, а что трясешься-то? У меня ноги трясутся, ноги. Взяли билеты, сразу по несколько берешь, дают скидку. Сейчас дети пойдут сначала сюда, а потом мы уже на взрослой карусели. Танчик идет с Софией. На водный. Подождите, стой. Нам нужно показаться. Теперь наша очередь, идем вот сюда. Эй, Семен. Садимся. С камерой. Но я не сильно боюсь. А я тоже. Она просто а дух захватывает. Уберите, а то маски не взят. Дух захватывает просто. Да. Ну, улетят, улетят эти маски. Да. Как, Лех? А что? Он меня сильно прижал. Hello. Hello. Korean couple. 찍어, 찍어. YouTube. Upload. Okay? 5, 4, 3, 2. 우. 우. Korean best. K-pop. Dance, twerking. Малышка с тобой подушку носит, а вот наша малышка. Теперь очередь малышни, пойдем на лодочку. София и Хаюша с мамой, да, Хаюша? Летим! Как потом это? Так интересно? Страшно? Кто это такой мальчик красивый? Ку-ку. А мы теперь идем на лодочку. Нас 6, нас 5 билетов. Поняли? А мы туда с тобой бежим. Только быстро, а то там они сзади сейчас тоже прибегут. Держись, чтобы они... Да мы как, они вперед нас не могут.
пошли, пошли. Они вообще в серединку сели. А мы с Машей такие смелые. Да. Ты смелая, я чуточку. Я руки наши вверх поднимаю. Так, девчонки, разделитесь, чуть-чуть вас не видно. Вот так, да. Мальчишки. Сюда сядь. И Софию посажу. Пойдемте скорее. Ой, лялечка в колёске. Ой, садитесь. Засади. Как вам? Не страшно было? Не страшно? Страшно. Сантик, не страшно? Ой, о, маму, мама. Мы здесь толпой идем на диско-дэнс, где много-много народу. Раз. Что мы не так делаем? Может, какую-то другую метанетку? Вон. А магазин? Ну, у меня не получится, оно очень скользкое. Ничего не берут эти захватывалки. Мама. У вас такое лицо азартное. А что она пришла? Да, 이쁘던 건 아니네.
달리야. 아, 심하다, 이거. 와, 이런 클라스가. 이용하시느라 고생들 많았습니다. 마무리 섹시하게 한번 날아봅니다. 제대로 한번 날아보겠습니다. 자, 준비해요. 와, 치대요. 박수 한번 쳐줘야지. 아주 그냥 멋있구만, 그냥. 저기요, 저기요, 저기요. 배요, 배, 배, 배. 배인데, 배요. 윗돌이 되세요, 윗돌이. 윗돌이요, 윗돌이. 아, 비싸시켜요. 아우, 러시아 고생했어요. 아이, 러시아 이쁘게 생겼네. 어디, 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 러시아에서 보드카 갖고 취했나니까. 자, 이제 마무리 앱솔루트 달리고 사기. 자, 마시다. 여자친구 끝까지 안 챙기네. 여자친구. 내가 봤을 때 그걸로는 감당할 수 없을 것 같은데. 그렇지, 그냥 남자들이 사겨. 저희 봤을 때 그게 빠르다야. 자, 이제 마무리 잼민이네. 고생하셨어. 이제 집에 가서 버드머리하고 노세요. 하지만 돌아가도록 하겠습니다. 내려가실 때 올라오신 쪽. дети отковыркались. Теперь мы идем. Маша, Кристина и я тоже на диско-дэнс на другой. решили пока перекусить уличной едой. А это личинки шелкопряда. Ела много. Чем кушать? Ртом. Ноне, 내려. 영어 잘해 못해? 못해? 내려. 마지막으로 물어볼게. 잘해 못해? 잘하지? 왼쪽으로 가. 통역해. А я снимаю. Буруба. Я не хочу больше. Вот. Россия мару я дедаго? 근데 한국 말을 하고 계시는데? 러시아 사람? 오. 러시아. 러시아 금발 미녀. 다 어디 간 거야, 금발 미녀들? 한국 말 할 줄 알아요? 그럼 진작에 얘기를 좀 하지. 아니 관계가 어떻게 돼요? 어? 딸. 아 여기가 엄마. 딸 왜 찍는 거야? 내가 나 찍지 말라 그래. 아 잠깐만. Hello. Hello. 한국말 할 줄 알아요? 아 잘한다. 아 오늘 뭐 국제 친선 경기가 있었나? 여기 러시아고 여기 어디예요? 러시아. 어디? 인도네시아. 인도네시아. 잠깐만 러시아에도 디스코 팡팡이 있어? 너 러시아 사람이라며? 너 한국 사람이라고? 아니야 누가 봐도 너 외국 사람이야. 어? 커플? 커플. 여자친구 떨어뜨려도 되지? 안 돼? 그럼 너가 자리 잡아줄 거야? 야, 여러분. 매너 없게 다리 갔다가? 야, 여러분. 다리 갔다가? 다리 내려. 뭐? 못한다고? 그럼 여자친구 떨어지는 거지. 싫지? 다리 내려봐요. 오른손 들어봐. 허리를 감싸요, 허리를. 오케이? 허리를 감싸라고. 그래, 그래. 그래. 아유. 남자친구가 힘이 없네. 러시아. 러시아는 얼마나 잘 타나 볼 거야, 러시아. 스바시바. 어이, 겁나 잘 타네. 출발합니다. 어디가? 어디가? 와, 안녕하세요. 인도네시아 갈게요. 와, 안녕하세요. 인도네시아. 헌팅. 오케이? 헌팅 오케이? 오케이.
원 플러스 원, 오케이? 야, 자리 만들어준다. 자리 만들어준다. 그렇지. 인도네시아로 가. 그렇지. 일어나지 마. 일어나지 마. 빨리 들어가, 뭐. 거기 그냥 옆에 앉아. 어, 오빠도 옆에 앉아. 그렇지. 어, 옆에 오빠도 옆으로 앉아, 빨리. 어, 앉아. 너네 어차피 못 들어가. 어, 들어가도 다시 보낼 거야. 어, 그렇지. 어디 갔다, 어디 Ребенок тоже себе нашел аттракцион. Ты юночка? Ты юна? Что, невкусно? Всем, где можно покушать, все морское здесь. Дети некоторые отказываются есть, но вариантов нет. Поэтому сейчас найдем что-нибудь морское, будем есть. Смотрите, какая машинка маленькая. Он один туда помещается. Кио. У меня муж такую хочет машинку, кстати. Выиграла зайчика. Маше подарили зайчика. Вот так вот. Кио. Короче, выдвигаемся. Все-таки мы есть. Ой, с этими девчонками, с этой толпой. Народу много. Девчонки все пузыри пускают, накупили. Давайте погнали кушать уже. Время. Время целое беремя. Давайте, давайте, машину, машину, машину. Фишка, пойдем. Наелась ей все пофигу теперь. Да, Хинка? Да, если пока. Сейчас она показывает. Офигенных рыб она сняла, блогер. Да, у меня есть помощники. Твой оператор, да? Да. Смотрите, а здесь есть чобап-чип. А, тут на вынос. Приехали на пьяные улицы. Здесь много-много кафешек, ресторанчиков и много-много народу. Короче, сейчас что-нибудь поедим. Так, будем кушать мясо. Сейчас выберем что-нибудь. Красивый ресторан. Ох, юночки, стульчик. Давай сюда. Все моет, намывает. Дети бегают. Маша с девочками там сели. А мы здесь. Заказали мяско и сыр. Будем жарить. Вот так тоненько нарезанное мясо. Мы разное взяли. Не знаю, чем оно отличается. Похоже. И сыр мы взяли для жарки. На мяско. Вкусный сырок. Ты сам водички попей, не кашляй. Где вилка была тебе? Мама, где вилка? Вот лежит. Кимчи. Надеюсь, вкусные. Кимчи, лучок, редька. Редьки тоже возьмем немножко. И соуса немножко возьмем, который как раз-таки к мясу. Кимчи так вкусно пахнет, наверное, вкусные. Если не вкусные, придется все выкинуть, сами виноваты. Какой-то хитрый.
едят сырое мясо. Как тебе, Лёш? Насте понравилось. Ну, обычно. Нормально. Вот так вот шлепнулся. Доскакался человек. Было все вкусно. Спасибо, что провели сегодня с нами день. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. На Машу тоже подписывайтесь. Любительницу собачницу. Ставьте. Короче, вот так вот, да. Ставьте лайки, комментарии, ТикТок и Инстаграм. Пока всем. Всем пока-пока. У меня есть твои кучки, Полина.